В преддверии Нового года в округе открылись 16 елочных базаров. Один из них возле торгового центра «Орбита». Как выбрать лучшую хвойную красавицу и сохранить ее свежесть надолго, узнала наша съемочная группа. Дорогие друзья, до Нового года остались считанные дни, а потому пора призадуматься о приобретении новогодней елочки. Елочные базары заработали по всей стране. На открытие пришел и Дед Мороз. Главный волшебник зимы всех поздравил с наступающим Новым годом, а многодетным семьям подарил елки. От всего своего морозного сердца поздравляю всех с наступающим светлым праздником Новый год! Желаю всем в новом году быть здоровыми, ловкими, смелыми и умелыми! Ирина Завадских, мама троих детей, представляет, как будет наряжать елку. Игрушки, мишура и гирлянды уже готовы. Муж, дочь и двое сыновей – главные помощники. Встречать Новый год они планируют в семейном кругу. Коронное блюдо, конечно же, оливье. В 12 часов, до 12 мы встречаем дома. Потом также мы переодеваемся в Деда Мороза, Снегурочку, и идем на улицу поздравлять других жителей. Это вот у нас традиция, каждый год такая. Денис Ахмедов про новогодние деревья знает все. Он продает елки уже несколько лет и всегда поможет определиться с выбором на любой вкус и карман. Смотря какие потолки, во-первых, по высоте в доме, в квартире, допустим, и по интерьеру. Если в уголок маленькая елочка, допустим, от 80-90 сантиметров, пушистая ель идет более пушистая, чем сосна. Здесь можно подобрать дерево разного размера, от маленьких декоративных до двух и более метровых красавиц. Здоровая ель имеет ярко выраженный аромат хвои. Глубокий зеленый цвет, голубоватый оттенок – признак качества. Хвоя должна быть мягкой и эластичной. Вы приобрели елку, ее надо будет подпилить, попросите сотрудника, он вам все сделает, подрубить. И также, допустим, вот у нас есть продажа подставки. В подставку наливаете воды, туда добавляете 3-4 столовых ложки сахара, глицин кто-то добавляет. В общем, да, ель будет стоять и дольше. Елку лучше устанавливать подальше от горячей батареи, так она дольше сохранит свою свежесть. Помните, что душистая хвойная красавица – залог отличного новогоднего настроения. Дмитрий Гринчев, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.